Владимирович, у нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Южная» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это 5 километров юго-западнее Донецка. За 9 лет вооруженные силы Украины сделали мощнейший укрепрайон. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан. И фактически, с учетом того, что там все-таки 3000 домов, более 3000 домов, а каждый дом представлял из себя такую хорошо укрепленную точку. Достаточно большая. Более 3000 домов. Считаю возможным предложить вам. Мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Первое. И второе. Взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения. Вот взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. По дальнейшим планам мы поговорим отдельно. Разговаривал сегодня с начальником генштаба. Вот. Это отдельная тема. Мы посоветуемся, что делать дальше. Поздравляю. Спасибо, Владимир.